В ближайшие дни в Верхней Волжье придут дожди. Но начало августа обещает быть сухим и теплым. С таким прогнозом выступили специалисты Тверского гидрометцентра. По их прогнозам, заключительный летний месяц в целом будет радовать жителей Тверской области температурами в пределах климатической нормы, а то и выше. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Минувшие два летних месяца оказались богаты на природные сюрпризы и рекорды. В первую очередь отличился, конечно, июнь. В среднем, говорят, в Тверском гидрометеоцентре температура воздуха была на 10 градусов выше нормы. Однако после крайне сухой и жаркой погоды все возвращается к более привычным значениям. А заключительная неделя июля и вовсе будет дождливой. Дожди будут идти такие незатяжные, фронтальные, это на несколько, час-два-три в некоторых районах будет смещаться все с запада на восток по территории области и начнется в западных районах и пройдет от Торопца Белого до Красного холма. Дождливыми будут и грядущие выходные. Впрочем, уже в первых числах августа, прогнозируют синоптики, осадков станет меньше, однако понизится и температура. Тем не менее, в целом, говорят метеорологи, заключительный месяц лета будет в погодном отношении крайне приятен. Температура воздуха ожидается в среднем на 1 градус выше нормы. Обильных дождей, как показали июнь и июль, ждать не стоит. После прохождения нескольких фронтальных разделов небольшое понижение температуры. Но потом, как видно из этого графика, это прогноз на 10 дней. Да, конечно, он будет с погрешностями, но говорит о том, что все-таки еще солнце у нас будет, температура воздуха будет повышаться и до 25 градусов выше. Словом, несмотря на то, что лето уже давно перевалило за свой экватор, осенью, как говорится, еще и не пахнет. Август будет по-настоящему теплым и солнечным, а это значит, что у жителей Тверской области еще будет возможность отдохнуть на природе или посетить водоемы.